тут знаешь, этот трост отправляют на убой. Тут нету, тут грамотности вообще нету. Просто идешь тупо, идешь, и тебя они просто поджидают. У них уже эти окопы пристрелены, и, блядь, докуда доходишь, определенная точка. Они за тобой наблюдают, блядь, они еще и как тебя там просто сидят, кофе пьют, на кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. Куда стрелять, в кого стрелять, никого нету, блядь. Хуй его знает, а ты мечешься там, как долбоеб, блядь. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники, блядь. А наши долбоебы даже попасть не могут, блядь, в них. Вычислить не могут, блядь. Наша тупорылая бригада, блядь. Армия наша. Вместе с командующим придурком, блядь. Ебучим этим. Каждый день здесь люди помирают. Просто, блядь. Ни за что. Так а что, ну вам же надо танками там стоять, чтобы на дальние расстояния. Да хули с руку, мамаю. Они начинают бить тебя за 3-4 километра, блядь. Куда ты танком стреляешь? Да конечно, они тебя... А у вас сейчас такой техники нет? Нету специалистов, блядь. Специалистов нет. Они хуярят уже, наверное, вагонов 20 снарядов. Уебали в никуда, блядь.